Всем привет! Я только что пришла с концерта и хотела бы поделиться с вами небольшим кусочком его. Надеюсь, что вам понравится. Там получилось не так много, как мне хотелось бы, так как я записывала еще на маленький фотоаппарат, и там не все было хорошо со звуком, поэтому очень многие видео я забраковала и вставила то, что осталось неплохо на фотоаппарате снятое и на телефоне. Мои впечатления... Я всегда переполняет, это было... Восхитительно, потрясающе, изумительно, очень-очень круто, я, как всегда, в полном восторге. Эмоции после концерта, во время концертов и до концерта, они всегда настолько непередаваемые, и хочется испытывать еще. Вот, к сожалению, никакой мерч там, насколько я поняла, не продавался, но зато в этой заветной книжечке хранятся автографы Стива... Все, я уже заговариваюсь, Стива, Китти и Джимми. Автограф Линз я не получила, так как Линз вообще вышла ненадолго, а потом она вышла в небольшое помещение, там, где было совсем мало народу. И я ее понимаю, почему она это сделала, потому что народ абсолютно неадекватно реагировал, и были различные инциденты в прошлом году. И, в общем, да, я ее абсолютно понимаю, и, честно говоря, вот эта вот вся реакция и вообще все, что порой происходило там относительно нее, немножко, конечно, было дико, и я бы тоже сбежала. Вот, это во-первых, ну а про как бы людей в футболках My Chemical Romance на концерте я вообще промолчу, но это ладно, не мне их осуждать, просто мое личное мнение, что это было... совсем чуть-чуть неуместно. Я вообще считаю, что одевать футболку другой группы на концерт — это немножко не камильфо, но это лично мое мнение. Вот, да, ну я просто в полном восторге. Ребята просто потрясающие, изумительные, Джимми просто зажег там, разогрева не было, но зал был настолько раскаленным, в общем, было безумно круто. Вот, а видео все достаточно далеко, так как когда мы стояли... близко относительно, да, у меня просто не было возможности снимать, потому что я просто не могла достать бы что-нибудь, настолько все было плотно. Вот, ну а дальше толпа просто начала танцевать вальс, вперед-назад, вправо-влево, влев-назад, вот, и нас унесло назад, ну, собственно, мы не сопротивлялись, окей, потому что сзади и слышно было, хорошо видно, хорошо, в общем, все было зашибись, вот, дальше там просто толпа начала падать, нас занесло в слэм, в общем, выходили мы оттуда с боем, но стояли в очень таких комфортных местах лично для нас. Ну, как обычно, честно говоря, либо ты стоишь в первом ряду, но приходишь для этого там за непонятно сколько часов, а сейчас еще тем более холодно, и это... Со Стивом у меня, кстати, есть еще фотография. И, как ни странно, на ней я более или менее ничего получилось, потому что обычно фотографии всегда... до ужаса эпичные. В общем, фотографии с кумиром обязательно должны быть... самыми плохими в твоей жизни. Ну, это просто такой закон. Вот. Подлости. Вот. Надеюсь, что вам понравится. И да, приятного просмотра. Hey! Whoa!
я надеюсь, что вам все-таки понравилось, и вы смогли окунуться в атмосферу концерта. Ой, а я буду пересматривать это видео и каждый раз вспоминать и окунаться. В большинстве именно для этого я делаю эти видео, чтобы я потом могла их пересматривать и вспоминать все, да? А, всем спасибо за внимание, а я пошла спать. Хотя какое спать, на самом деле, я устала, но энергии, как всегда, после концерта просто хоть отбавляй. Всем пока!